дело. И только после этого, после того, как у вас уже есть оборот, и вам не страшно так делать, начинайте делать то же самое, только уже вот с такого расстояния. То есть наклонились сразу, и вот отсюда примерно прикинули точку, где рука, туда же ставим. Оп! И также оборот. Снова также. Оп, расставили, наклонились, поставили, оборот. И вот по обороту делаем, чтобы тело привыкало. Все, поехали.